снова всем привет, друзья! Вы снова на канале Ubizeta. И сегодня мы обозреваем с вами NBA Live Mobile. Вообще, NBA Live Mobile, если вы не знали, что это такое, это игра на мобильных платформах iOS и Android. Дело в том, что NBA Live Mobile, самая первая NBA Live Mobile, вышла 6 июля 2016 года. Это во-первых. Во-вторых, она много раз обновлялась, ее непосредственными лицами на обложке считались Рассел Вестбрук, Джеймс Харден, Аллен Айверсон, Джоэл Эмбиид, Лука Дончич и Янис Антетокумпо. Сегодня мы в этом с вами убедимся и, наверное, мы посмотрим, как это будет выглядеть. Итак, поехали. Ну вот, дорогие друзья, нам предлагают сейчас войти. Готово. Вот теперь мы запускаем NBA Live Mobile. Сейчас пойдет непосредственно разминка. Разминка перед боем. Я не знаю, как вы играли в NBA Live Mobile. Разрешаем отправку пуш-уведомлений. Добро пожаловать в NBA Live Mobile. Тебе предстоит создать команду из своих любимых игроков настоящего и прошлого. Выведи на площадку и пробейся в лидеры, побеждая в матчах и испытаниях. Для начала давай дадим твоей династии имя. Dream Rim. Dream Team, на самом деле. Продолжаем. Сначала стоит быстро освоить игры на площадке. После этого сможешь задрафтовать команду и начать развивать свой клуб НБА. Игра. Ну что, давайте начинать. Давайте так потихонечку начинать. Я думаю, мы это сделаем. Побегаем. Управляй выделенным игроком с помощью виртуального джойстика и перемещай к синим зонам на площадке. О, красиво, 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 красиво. Прекрасно. Нажми, удерживай кнопку бросок, а затем отпусти ее, когда ползунок окажется на отметке идеальный бросок. О, красиво. Очень красиво. Если забьешь с трехочковой дистанции, получишь 3 очка. Беги к отмеченной зоне и забери трехочковый. Так, вот отмеченная зона. Сейчас. Попадаем. Отличный бросок. Коснись, удерживай кнопку введения, чтобы пробежать по площадке к корзине. Пробеги через зону, чтобы выполнить задание. Блестяще. Коснись, удерживай кнопку введения, чтобы подбежать к кольцу. Когда окажешься рядом с корзиной, пройди пальцем на кнопку бросок и отпусти. Цель была так близка. Вот хороший данк. Отличный. Испытание пройдено. Плюс 6 и плюс 100, итог плюс 106. Продолжаем. Положи начало своему клубу НБА. Так, убираем уведомление. Допустим, это будет Boston Celtics, моя любимая команда. Как ни странно, я за Boston Celtics буду топить в момент нашего обзора в NBA Live Mobile. За Boston Celtics. Итак, добро пожаловать на драфт Ultimate Team. Как владельцу нового клуба, по тебе пора выбрать на драфте своего первого игрока, дав тем самым начало своей команде Ultimate Team. Итак, сделай свой выбор. На драфте Ultimate Team Celtics выбирают Дончича. А может даже Леонарда. Или Томпсона, в конце концов. Давайте Дончича попробуем. Выбираем Дончича. Поздравляем с выбором Лука Дончича на драфте. Скоро ты сможешь играть в сезонах, компаниях, временных состязаниях, противоборствах и плеер versus плеер матчах. А пока давай откроем пакет и познакомимся с твоими новыми товарищами по команде. Познакомимся с партнерами по команде. Вот базовые партнеры по команде для твоего выбора на драфте. Поехали! Нажми на каждый предмет, чтобы узнать подробнее о нем. Проведи для прокрутки.
МакКоннелл, 100 кредиток, NBA Live Mobile, Ковингтон, Коди Зеллер, Хантер и Харрис. Шкала броска. Бросить мяч в тот момент, когда будет активна зона броска, добавить шанс попадания в кольцо. Удержать, затем вот по сигналу броска, это точка окажется в зоне броска, чтобы повысить его точность. Ну что ж, сейчас будет интересно. 3, 2, 1. Первый пошел. Шанс увеличивается. Манибол! Нет. Это совсем игра проседает. Давай, манибол. Я тебя прошу. Нет. Эх, изощренным способом не удалось пробить. Стеф Карри 10. Победа. Сохраняй преимущество. В этом сценарии ты лидируешь в четвертой четверти. Для победы нужно сохранить отрыв. Удерживай кнопку защиты, чтобы применить защитный прессинг и автоматически опекать соперника с мячом. Зеленый щит над головой игрока указывает подходящий попадание для игры в защите, шанс не дать ему разыграться выше. Так, перехвати. Давай. Ой, не дать. 118-105. Погнали. Побежал Дончич. Давай, беги. Бросок заблокирован. Вне игры. Давай, бросай. Хорош. Так, защиту идем. Так, защиту идем. Пока не даем никому. Талерер. Оп! А теперь беги. Вот красавец. Просто красавец. Дончич. И кто это там это сделал? Удачный был шот. Пас еще нужен. Ух, какой красавец! Хантер. Данки из-под кольца. Так. 5, 4, 3, 2, 1. Все, победа! Я вас, кажется, в этом убедил в игре NBA Live Mobile, которая... Наверняка вам понравилось наше прохождение. И, наверное, мы впредь будем, может быть, говорить о играх на мобильных платформах. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. И прощаюсь с вами до следующих наших обзоров. Подпишитесь, поддержите лайком это видео. Не забывайте нажимать на колокольчик под всеми нашими видеоматериалами. И смотрите лучшую игру с мячом. Это баскетбол. Пока!